Зрители с восторгом встречают танцевальные хиты в исполнении муниципального духового оркестра. А вот и следующие артисты – юные барабанщицы и очаровательные ходулистки, танцоры, акробаты, футболисты и даже матрешки – точные копии тех, что стояли на Самарской набережной в дни чемпионата по футболу год назад и символизировали команды участницы Мундиаля. Карнавальное шествие проходит по всей улице Куйбышева от площади Революции до Струковского сада. Шили коллективом, приди сюда на городское мероприятие, порадовать людей. Отношусь к этому крайне позитивно, потому что все-таки нужно собрать людей, сделать какой-то праздник в городе. Вы первый раз участвуете в карнавале? Нет, второй раз в том году на футболе. Как впечатление? Супер впечатление. Побольше таких мероприятий в нашем городе. По данным организаторов, к карнавалу по случаю годовщины окончания чемпионата мира по футболу в Самаре присоединились более 350 человек. И это только артисты. Очень здорово, очень красиво. Вообще настроение отличное. Фотографий куча, нафоткались. Хорошо, конечно. Ходим спокойно, смотрим. Ну, все отлично. С праздником всех. У меня тоже футболист растет. Он приехал издалека и говорит: бабулечка, пойдем. Мы очень рады всех видеть. Всем настроение хорошее. Такую красоту показывают. Значит, дождя не будет. Гордюша, тебе понравилось? Да. Спасибо вам большое. Сделать улицу Куйбышева пешеходной на время проведения городских праздников, так же, как это было год назад во время ЧМ, было решено после того, как жители Самары обратились в соцсетях с такой просьбой к Дмитрию Азарову. Губернатор инициативу поддержал и предложил провести опрос в интернете. Я считаю, что если мы хотим, чтобы город наш был туристически привлекателен, то такие вещи делать надо. Пусть не каждый день она пешеходная, но какие-то вот подобные мероприятия, на которые будут приходить туристы, которых можно заманить этим, мне кажется, было бы интересно. Немногие приходят на какие-то специализированные вещи, а тут вот взяли, закрыли улицу Куйбышева и устраиваем массовое шоу. Это очень классно. Люди, которые идут вместе с нами, тоже вливаются в эту атмосферу, в это передвижение. Это фантастически. Я ожидал, что меньше будет людей, но такое количество людей и ощущение праздника. И хотелось бы, чтобы это было традиционно. То есть каждый год в это время был такой карнавал. И, может, к нам приезжали и гости из других городов. Надо сделать так, чтобы этот праздник стал масштабным не только в Самарской области, но и всероссийским. Еще полтора года назад при подготовке к Мундиалю Самара столкнулась со сложностями. Был риск не уложиться в сроки. Но благодаря усилиям региональных властей и лично Дмитрия Азарова футбольный праздник состоялся. Наследие ЧМ-2018 теперь – это не только космическая Самара-арена, но и новые тренировочные площадки, отремонтированный стадион «Торпедо» и почти 213 километров региональных и местных автодорог. А еще в областном центре появилась новая трамвайная ветка. Прошли переоснащение 4 больницы. Закуплено 67 машин скорой помощи. Все это продолжает служить жителям региона. Спасибо участникам чемпионата и, конечно, самарцам, потому что мы с вами открыли самое лучшее, что есть в нас. Нашу доброту, нашу гостеприимность, нашу отзывчивость, сердечность. Мы с вами объединились вокруг одной идеи и сделали замечательный праздник для всего мира, для всех наших гостей. Футбольный карнавал, посвященный годовщине ЧМ-2018, продолжился в Струковском саду праздником «Самара в игре». А там, где прошло шествие, еще несколько часов для гостей и жителей города работали концертные площадки. Алена Власова, Мария Акимова, Владимир Терентьев, Роман Опарин, Сергей Павлов. Новости губернии.